Сегодня в Ижевске подвели итоги 11-го всероссийского конкурса «Смиротворец-2019» по Приволжскому федеральному округу. Фестиваль «Смиротворец» на удмуртской земле собрал журналистов из Казани, Чебоксар, Саратова, Ижевска и других городов округа, чьи работы о жизни регионов, культуре и традициях народов России оказались лучшими. Авторские материалы рассматривали в нескольких номинациях – телевидение, радио, печать, интернет и другие. В финал вышла программа продюсера «Таван радио» Анжелики Ивановой «550 заметок о городе», посвященная чувашскому писателю Геннадию Айги. О многонациональности как главном объединяющем факторе на фестивале говорилось много. Карамаз-Кюйга – деревня в Удмуртии и считается центром нескольких культур, потому что здесь живут как удмурты, так и русские татары. И у них здесь очень ценятся обрядовые ритуальные праздники. И вот один из них как раз демонстрирует участникам фестиваля «Смиротворец». Сейчас у нас свадьба на Удмуртии. Наградят победителей федерального этапа конкурса «Смиротворец-2019» в ноябре в Москве.